Количество погибших при обрушении 100-метровой секции моста в Италии достигло 35 человек. Еще несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы итальянского Минтранса Эдуардо Рикси. Ранее сообщалось о десятках погибших. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Под завалом еще могут находиться люди. Обрушение части моста произошло днем близ города Генуи. 100-метровая конструкция вместе с несколькими автомобилями упала с высоты 70 метров на жилые дома. Причиной случившегося стали серьезные недостатки в текущем обслуживании, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данила Тонинелли.